Новый выпуск программы «Вакантное место» рекомендует телезрителям Самары ГИС обратить внимание на подборку июльских предложений рынка труда. Выпуски «Вакансии МВД», «Сферы культуры и образования». Также мы продолжаем делиться с вами лайфхаками по созданию правильного резюме. Блок информации о кандидате. Там, где мы указываем фамилию и имя, контакты, по которым можно связаться, и фотографии. Какие же есть здесь нюансы? Встречаемся 9 июля в 19:30.